столкновение двух автомашин. Столкновение двух автомашин. От удара одна выскочила на обочину. Скорые помощи прибывают. Значит, водитель Volkswagen зажат в салоне. Вызываю спасателей, потому что по-другому достать его не получается. Вот девушка, вот молодец, спасибо большое. Она... Девушка тоже вам рассказала, да? Она, да, мне помогла, подошла, рассказала, как было. Хорошо, что вас интересует? Один, да? Я пассажир. Пассажир не Toyota. Я пассажир Volkswagen Passat B3, водитель, который пострадал. Ехал в направлении Луначарского по Парковой аллее. Подъезжая к перекрестку. Спуска с парка. Слава. Навстречу нам выехал автомобиль Camry номер АА-2277КН. Я в последний момент просто видел, когда он выехал к нам навстречу, и водитель такси, который вез меня, постарался максимально взять вправо. Но, к сожалению, удар пришелся в его сторону. Я, исходя из того, что был пристегнут, мне еще удалось руками защититься и торпеду, но все равно я получил какие-то повреждения. Врачи определял. Никаких мотоциклистов, собак, людей, никого не было. Водитель Camry обгонял машину, нарушая правила дорожного движения.